день, кто смотрит это видео. Всем здравствуйте! Сегодня 23 июля, и я хочу поздравить всех тех, кто родился в этот день, в любой год, с днем рождения. Пожелать всем крепкого кавказского здоровья, успехов во всем, чтоб слезки на вашем лице появлялись только от радости. А почему этот день? А потому что он мой тоже. Как поется в песне «Аргентина и Майка 5-0», у меня гораздо сложнее – 6-0. Пройден определенный рубеж. Своих лет я не стесняюсь. Хочется, конечно, еще успеть сделать очень много. Есть планы, есть мечты. Конечно, ленту жизни вернуть не получится, но то, что есть за плечами, оно всегда останется со мной. Очень хотелось бы чуть-чуть в ней поменять, свои ошибки исправить. Перед теми, кто на меня обижен, хотела бы извиниться и принести слова признание, что где-то я была не права. Много или мало это для меня? Честно, не кривя душой, много. Есть какие-то навыки. Что-то есть накопленное в моем сознании. Хочется, конечно, успеть еще сделать очень многое. Воплотить все свои мечты. Смогу ли я? Постараюсь. Мне один канал, не буду называть его, передал эстафету летнюю. У меня уже было 2 эстафеты, или 3 даже. Если хотите познакомиться со мной поближе, посмотрите эти видео. Конечно, участвовать в этой эстафете летней я не буду, потому что практически одинаковые вопросы в этой эстафете есть. Единственное, что я говорю сейчас и почему это видео у меня записывается, потому что есть вопрос, почему вы любите лето. Ну вот поэтому и люблю, что у нас в Сибири лето. Это практически только июль. Июнь еще не лето, а август уже не лето. И поэтому, когда тепло, а сейчас в данное время у нас стоит обалденная жара, хочется уже и дождика, а придет дождик, скажем, опять подавай нам жару. Поэтому я и люблю лето. Я родилась летом. У нас с мужем дни рождения с разницей в один день. У него день рождения завтра. У нас профессиональные праздники. День торговли и день ВМФ, последнее воскресенье лета. И вообще, лето – это маленькая жизнь, правда. Поэтому хочу еще раз сказать всем тем, кто родился 23 июля. Всех вам благ, счастья, удачи. И всего самого доброго. Без ложной скромности сейчас себе и всем тем, кто этого хочет, приготовлю десерт. Поэтому оставайтесь со мной. Будем делать десерт, и я угощаю. Спасибо вам, что вы есть у меня, что смотрите, что комментируете и оцениваете. Всегда приду к вам. Спасибо!